отметанте. Не-не-не, в том-то и дело, в этом и есть факт, что сейчас на этой клетке, где я стоял, никто не бьет, правильно? Но сейчас мой ход, правильно? А я пойти никуда не могу, потому что все клетки вокруг, кто-то бьет. Здесь королева бьет, здесь королева бьет, здесь королева и король. Здесь королева, здесь король. То есть, вот это называется пад. Ты победил. Это круто, это еще тяжелее, чем мат сделать. Нет. Да. Это легче. Я где-то был здесь и все равно буду делать. Чуть, молодец. 5 баллов. Ты честно победил папу. Еще раз 5. Молодец. Чуть, куда же? А хобот, дашь погладить хобот? Потому что ты слабенький. Нет, так нельзя. Иди, такой смешной. Вот это пар. Окей, ты все убираешься, мы будем играть игру за всех. Молодец. Дай щечку. Здесь, да? А бабушка Мэри. Бабушка Мэри. Не помню со мной так никогда раньше. Это первый раз ты вообще помнишь? А это первый раз ты делал тоже, помню. Ты молодец. А ты когда-то так делал? Ну, я делал пад, но это очень редко. Ты молодец. Очень легко делать это. Тебе было совсем легко. Осторожно, не уроди только фигуры. Я знал, я выиграл. Да. А то вначале я сказал, ой, я выиграл. Ты молодец, ты очень хорошо играл. А то надо было колотить, она так... Хорошая голова, я говорю, тут под кудряшками такие мысли хорошие крутятся вот так. Молодец, умница. Все, ничего, не потеряли никакие фигуры, нет? У меня сладкое. Сладкое? Сладкое? Ты думаешь, только потому что ты выиграл, где можно сладкое? Так и, потому, что, и потому что я сегодня не кушал сладкое. А молочко с медом, тетка, это разве было не сладкое? Это не сладкое, это молоко с медом, это полезно такое. Ну иди выбирай, я сейчас приду и мы посмотрим, окей? Вот так выиграл, вот такой у меня сын.